Из всего того, что ты мне наговорил, правда является только то, что Джироз тебя здорово надавал. Но это и без твоих слов понятно. Это шутка? Нет, я шутить не собираюсь. На твоем месте я был бы серьезнее. Есть много свидетелей того, как ты стрелял в человека. Этот подонок убил моего брата и хотел убить и меня. Что мне было делать? Взять его за ручку и сказать: пойдемте в полицию, пожалуйста. Ты удрал. Это понятно. А почему ты приехал именно в этот город? Я добирался автостопом. Я попал туда совершенно случайно. Здорово. Как раз туда, где случайно живет твоя сестра. Я уже 100 лет и не видел ее. А также ее мужа. Не видел и не говорил долгие годы. Вы о ком? О Винченце? Я только слышал о нем. У нас несколько иные сведения. Именно Винченцо Грума направил тебя к Джероза, чтобы тот тебя спрятал. Спрятал? Да, я у Джероза работал официантом. И пока искал, где устроиться, ночевал в его подвале. Он выдвигает несколько иную версию. Джероз лучше бы следил за своей дочерью. Она спровоцировала меня. Приносила мне пирожные, надевала мини-юбки. Что мне оставалось? Ей хотелось, и я не устоял. Если бы Джероза попал в мое положение, и ему было бы столько же лет, он сделал бы то же самое. Подонок, заткнись! Как ты смеешь? Джероза честный и достойный человек, я его знаю. Ты не имеешь права даже упоминать его имя. Когда он служил в полиции, такие как ты, ему чистили ботинки. Понял, дерьмо? Успокойся, этот тип способен обвинить и тебя, брось его. Надо ему показать, кто он. Нельзя позволять, чтобы любой молокосос поливал нас грязью. Мы с ним тут деликатничаем, а Джероза в это время сидит в тюрьме. Я уверена, Анджело ничего не скажет. Он знает, как вести себя в таких ситуациях. Если бы у него была голова на плечах, этого бы не случилось. Он молодой парень, сидел в подвале, а она вертелась рядом. Говоришь так, потому что он твой брат, и потому что именно ты предложила пригласить его сюда. Я это предвидел, и вот какой бардак он устроил. Дело не в Анджело, дело в Гуидо. Чтобы освободиться, он расскажет все. Я уже подумал об этом. Почему Эрнесто звонит в это время? Он же знает, что не должен звонить. Ты дала этот номер брату? Только для исключительных случаев. Ответь. Анджело? Да, это я. Вот кретин. Он еще звонит по этому номеру. Гуидо Джероза, бывший полицейский. Это точно? Абсолютно. Это сказал один из тех, кто меня допрашивал. На этот раз твоего мужа здорово провели. Побыстрее, закрываю. Только ополоснусь и приду. Ладно. Я сказал тебе, не хочу тебя видеть, дерьмо. Какого черта ты лезешь? Я тебя предупредил. Давай, разбей ему морду. Давай. Ну, чего ждешь? А вот тебе. Что, не сладко? А замочи его. Давай. Ну же. О, легавый, тебе конец. Понял? Перестаньте, остановитесь. Надзиратели в душевую. Здесь драка. Ты что вытворяешь? Ну ты отсюда не выберешься, скотина. Мы тебе все кишки выпустим. Guard!
Охрана! Увидимся еще. Прекратите немедленно. Охрана! Смотрите-ка. Для кого было припасено это перышко? Для меня, начальник. В ту дверь. Садитесь, пожалуйста. Добрый день, хорошие новости. Я мог бы изменить меру пресечения, не выходя из моего кабинета, но хочу поговорить с вами лично. Анна Консо, инспектор полиции, к счастью, жива. Вчера ночью она вышла из состояния комы, а сегодня утром смогла сделать заявление, которое снимает с вас все подозрения. Значит, я могу сейчас же уйти? Совершенно верно. И примите наши извинения за то, что случилось. Мы ведь отвечаем за все, что случилось в тюрьме с вами. Вам было очень тяжело? Больно? Да нет, случалось и похуже. Слушайте, я хочу рассказать вам все. Все с начала и до конца. Это можно и потом. Сейчас вы, наверное, хотите увидеть жену и дочь. Нет, я хочу рассказать обо всем, что мы с Соней планировали сделать и что нам не удалось. Добиться ареста Грума. Если вы не возражаете, я хочу сделать заявление. Если вы готовы, можно начинать. Я готова. Хорошо, пожалуйста. Вначале мне угрожали, как и всем остальным предпринимателям. Я знал, что Тони и Анна уже вышли на Грума и его автосалон. Угрозы усиливались, они даже выкрали моего сына. Тогда я не выдержал и решил как бы подыграть им. Наконец-то. А вы пришли вовремя. Входите. Не желаете кофе? А, может быть, перекусите? Вы пойдете с нами. С вами? Что-то новенькое? Я вовсе не обязан. Да, конечно, но дело вот в этом. Что это значит? Что это? Это ордер на арест. У вас есть 10 минут, чтобы собраться, чтобы позвонить вашему адвокату. Это все Гуидо Джероза. Передай де Беллесо, чтобы он начинал действовать. Пришел его час. Ты уверен, Винченцо? Де Беллес не испортит дело? Я тебя не спрашиваю. Я хочу, чтобы ты предупредила Эрнеста. Ты послала его к де Беллесу. Он должен передать ему, что сейчас я хочу, чтобы тот устроил бойню. И пусть Эрнесто найдет мне какого-нибудь профессора, который придет ко мне в тюрьму и сделает заключение о моем здоровье.
Пусть Эрнесто будет очень осторожен. И ты тоже. Если вы не вытащите меня, с вами расправиться, так и передай ему. Вот ваши деньги. Подпишите здесь, пожалуйста. Мне жаль, что такое с вами случилось, сеньор Джероза. Мы перешли с ты на вы. Это шаг вперед. Это просто гранд-отель. Кто-то приезжает, кто-то уезжает. Иуда, грязный предатель, червяк. Ты не человек, ты дерьмо. Ты дорого мне заплатишь за это. Еще не родился тот, кто может обмануть Винченцо Грома. Иуда. Увидимся в суде. Не будет никакого суда. Много чего еще случится до того, как я сяду на скамью подсудимых. Ты еще пожалеешь об этом, легавый. Пожалеешь. Гуидо. Мара. Ты не представляешь, как я хотела тебя увидеть. Ты отрастил бороду. Как Сандра? Ничего. Почти ничего. Физически ничего. Врачи говорят, что она уже выздоровела. Но она все время молчит. Целый день сидит у окна и молчит. Не плачь, Мара. Все пройдет. Грома в тюрьме, я думаю, надолго. А мы должны быть как можно ближе друг к другу. Быть терпеливы. Должны быть вместе. Да. Сандра. Только я виноват в том, что случилось. Я пошел на слишком большой риск. Но я должен был это сделать. Мы могли попасть в такую паутину, что не выбраться.
Я не мог сидеть, сложа руки и ждать. Ты понимаешь, я должен был это сделать. Я себе никогда не прощу, что подвергал тебя и Луку опасности. Что заставило вас так мучиться? Скажи хоть что-нибудь, не молчи. Паутина. Подвал. Мучение. Все это позади. Мы все должны выздороветь. Но для этого надо действовать. Действовать всем вместе. Вместе, Сандра. Prendete tutti il libro. Su, Luca. Qua c'è scritto che mio padre è un eroe. Portala al tuo. Ricordate, ieri avevamo cominciato a parlare dei molluschi. Abbiamo detto che sicuramente a casa avete mangiato più di una volta le cozze e le vongole. Ma tra i molluschi sono compresi anche degli altri animali, che tutti dovreste conoscere. Vediamo chi di voi riesce a indovinare. Il nome scientifico è Octopod. Non così! Non mi fai male! Mi fai male! Basta! Impara, puttana! Se non stai fermo ti ammazzo! Che vuoi? Che vuoi da me, stanza? Devi star ferma, ferma, hai capito? Uccidi allora! Uccidi! La mia vita è una merda! E la morte, la morte! Tu sai quante volte mi hanno fatto del male? Lo vuoi sapere? Lo vuoi sapere? Tu neanche te lo immagini! Ma poi ho imparato che se sei tu che fai del male, tutti ti obbediscono, ti stanno tutti a sentire! Sei tu che li comandi. Sei tu... Ti... Одевайся. Да, ты все понял. Время пришло. Делай то, что должен. Пойдем. Возьми их. Не нужны мне твои деньги. Пожалуйста.
Эй, ты, выходи, мне нужна машина. А вы убирайтесь. Не валяй дурака. Думали, что все закончилось. А на самом-то деле... Анна, ты сейчас должна думать только о себе. То, что происходит в городе, тебя не должно интересовать. Были новые налеты сегодня ночью. К сожалению, да. Еще 4 магазина. Ремесленников и мелких предпринимателей. Каждый день одно и то же. Это все по распоряжению Грума. Уверена, если не поторопиться, судом будет еще хуже. Наверное, он хочет показать, что он ни при чем. Что банда не пострадала от его ареста. Поскольку, мол, между ними ей ничего общего. И судьи ему поверят. Не знаю. Конечно, очень трудно найти свидетелей для обвинения. Люди боятся. Их можно понять. Гуидо. Что ты решил делать? Что я могу? Почти ничего. Сегодня вечером я созываю членов ассоциации торговцев. Правильно делаешь. Che facciamo? Ce ne torniamo a casa? Me la prendevo tanto con mio marito. E invece... gli altri sono ancora peggio di lui. Chissà, forse hanno ragione loro e siamo noi matti. Neanche il mio amico Dario c'è. E gli hanno ridotto il figlio in quelle condizioni. Io volevo dire una cosa. Guardi che purtroppo non possiamo mettere a verbale niente. Manca il numero legale, perciò non possiamo... Lo voglio dire lo stesso. Posso, signor Guido? Certo, dica. La mia famiglia, tanti anni fa, dal sud, si trasferì qui. Io per tutta la vita mi sono sentito ripetere che il sud era la terra della paura, che lì vivevano nell'omertà, che nessuno denunciava nessuno. Non ci avevo mai pensato, ma adesso sì. La paura non è che ce l'hanno al sud e qui al nord noi non ce l'abbiamo. Ce l'hanno tutti. Quando la paura ti prende la gola, non perdona nessuno. Buonanotte. Buonanotte. Турин. Как ребенок? Хорошо, но ему уже неудобно, слишком тесно. Я хочу, чтобы когда он родится, ты был уже на свободе.
Хочу добиться твоего домашнего ареста. Я написала заявление о том, что ты тяжело болен, и прошу медицинского заключения. А кто врач? Профессор Девергатини с кафедры медицинской патологии в Турине. Онколог. Нам сказали, что с ним можно переговорить, и Эрнесто уже действует. Но тот требует кучу денег. Деньги не проблема. Дайте сколько хочет, и скорее закончим. Только это меня интересует. Сделают рентгеновские снимки, а потом их заменят снимками настоящего больного. Думаю, если все пойдет как надо, через пару недель ты выйдешь. Вы молодцы, ты, Эрнесто. Я сумею вас отблагодарить обоих, когда выйду из этого свинарника. Сейчас в тюрьме, когда я смотрю на тебя, ты мне кажешься еще красивее. Come si chiama quella tua compagna? Quella con tutti quei capelli ricci. L'ho vista l'altro giorno che scendeva dall'autobus. Era carica di libri. Stavo pensando che magari ti farebbe piacere che ti venisse a trovare. Che ne dici? Allora, sì o no? Mi vuoi guardare negli occhi? Sì o no? Comunque abbiamo fatto un passo avanti. Avrei preferito che avessi detto sì, ma va bene lo stesso. In cameretta tua prima stavo cercando, come si chiama, l'ultimo di Springsteen. Sai dov'è? Adesso facciamo una cosa. È una bella giornata. Ce ne andiamo a città. In un negozio di dischi. Ci prendiamo tutta la novità. Questi sono vecchi di almeno 3-4 mesi. Che ne dici? Vabbè, me la faccio da solo questa passeggiata. Non ti faccio un po' pena, anch'io. Привет, Никола. Привет. Папа дома, проходи. Нет, я хочу поговорить не с отцом, а с тобой. Да? Я хотел бы попросить тебя навести как-нибудь Сандру. Ты знаешь, она не выходит из дома. Да, я знаю. Я думаю, ей будет приятно. Хотя после того, что с ней случилось, она никого не хочет видеть. Но ты другое дело. Не знаю, захочет ли она меня увидеть.
Последний раз мы с ней поссорились. Брось, Никола, ты же любишь Сандру. И она тебя любит. Ведь так? Ты сделаешь это для меня? Спасибо. Чао. Чао. Кто там, Никола? А, Гуидо, что ты стоишь в дверях? Я думал, что ты не хочешь меня видеть. Ну, что ты говоришь? Рехнулся, давай. Давай, входи. Пойду возьму куртку. Гуидо, если ты не против, я поеду с тобой. Как дела, Гуидо? Хорошо, хорошо. Устраивайся. Хочешь что-нибудь выпить? Слушай, через несколько дней начнется суд над Винченцо Грумо. И поскольку я помог комиссару Тони, которого потом убили, я стал главным свидетелем. Да, я читал в газете. Однако при всем том, ты не пришел прошлым вечером в ассоциацию. А ты еще надеешься на ту ассоциацию, на тех четырех кроликов? Дарио, если бы когда-нибудь кто-нибудь пришел, ассоциация могла бы предъявить иск. Папа, я еду с Гуидо к Сандре. Еще увидимся. Как ресторан? Дело идет? Плохо. После того, как газеты писали, что я связан с преступниками, стало меньше посетителей. Потом опубликовали правду, но ничего не изменилось. Прошлым вечером я не был в ассоциации, но я пошел к судье. Зачем? Я решил выступить на суде свидетелем. Правда? Конечно. Думаешь, я не буду свидетельствовать против этих ублюдков, которые разрушили нашу жизнь? Что ты так на меня уставился? Приезжай к Сандре, не заставляй ее ждать. Я должен попросить у тебя прощения. Должен? Вот тебе моя рука, если тебе не противно. Пока. Пока. Sì. Bravo. Non sarà tanto facile. Devi avere un po' di pazienza. Ciao. Come ti senti? Покашляйте. Так, хорошо, еще покашляйте. Одевайтесь. Thank you.
Профессор, но в чем там дело? Видите ли, объективное исследование подтверждает то, что показала рентгенограмма. К сожалению... К сожалению, наблюдается опухоль. Большая опухоль. Теперь проблемы с тюремным врачом. Он потребовал твое личное дело и новых медицинских обследований. Это главное препятствие. Кто этот парень? Он что, идиот? Чем занимается Эрнесто? Он ему обещал денег. Он молодой верующий, избрал работу в тюрьме как свою миссию. Можешь представить? Обратитесь к профессору, пусть он скажет свое слово. Что, Довергатини? Он получил неплохой кусок, и теперь у нас в руках. Назад ему хода нет, поезжай. А что может Довергатини? Что было надо, он уже сделал, так? И что я ему теперь скажу? Эрнесто, подойди-ка сюда. Чувствуешь? Он толкается. Да, чувствую. Он торопится выйти на свет. Алида, почему бы нам не бросить все это и не уехать куда-нибудь? Наш сын вот-вот родится, твой муж в тюрьме. Для чего же мы стараемся вытащить его? Потому что так он ничего не подозревает. Его друзья тоже. И нам надо, чтобы он провернул свое дело. Тогда, получив свое, мы все и сделаем. Если бы ты знала, как мне тяжко сознавать, что после родов он снова будет прикасаться к тебе. Этого не будет. Enrico, chi lo controlla quell'animale? Perfino tuo marito ha paura di lui. Non ci pensare. C'è tempo. Alida, senti, io... В общем, Фаласки, эта публика не шутит, понимаешь? Если ты мне поможешь, получишь приличную сумму. Но в первую очередь тебе будет обеспечена работа при университете. Ведь это лучше, чем работа в тюрьме. Да, в университете я был бы уже ассистентом. Молодец. И ты ненадолго останешься ассистентом. А ты знаешь, сколько всяких сынков и племянничков стоят в очереди, чтобы получить теплое местечко и хорошие деньги при этом? Нет. Не имею понятия. А что? Сколько тебе лет? 6 дней назад исполнилось 30. Прекрасный возраст. Читал Бальзака. У него есть персонаж, который вместо того, чтобы нанять солидного адвоката, обращается к никому неизвестному новичку, потому что считает, что нельзя подкупить человека моложе 30 лет. А у тебя только 6 дней лишних. Каких-то 6 дней? Словом, доктор, что будем делать? Поймаем фортуну за хвост. Хочешь очень скоро занять эту кафедру? Или нет?
Сможешь идти или отнести тебя до машины на руках? Только если упаду в обморок. Давай, не стесняйся. Это очень хорошо, что ты приехал за мной. Спасибо, Гуидо. Но откуда ты узнал, что никто не придет проводить меня? Тони мне сказал, что ты живешь одна. Так и вы, мужчины, сплетничаете. Та имеет любовника, другая жениха, а эта разведена. Молодцы, нечего сказать. Я однажды спросил Тони, почему он не ухаживает за тобой? Вы оказались прекрасной парой. И что он ответил? Ответил, что еще как ухожу. Но ты сказала ему нет. Он вообще был странный. А ты только что разошлась с мужем. Я знаю об этом. Мне не хватает Тони. И мне тоже. Пойдем. Sei sicura che non ti serve altro? Come farai da sola? Non ti preoccupare, è tutto a posto. Vedrai, fra un paio di settimane starò meglio di prima. Per qualunque cosa, una telefonata e arrivo. Ciao. Ciao. A presto. Вот, сеньор Грумо. Спасибо. Я бы предпочел подписать другой диагноз. Ваша опухоль злокачественная. Вы меня не знаете, доктор. Я могу быть еще более злокачественным. Надзиратель, отведите его в комнату для допросов. Прокурор хочет его видеть. Зачем? Понятия не имею. Учитывая то, что вы тяжело больны, я вынужден освободить вас, хотя убежден, что вы один из самых отпетых негодяев. Простите, скажите, вы должны задавать мне вопросы или читать мораль? В эту самую минуту моя жена рожает. И если вы не против, я бы поспешил к ней. Вы пойдете тогда, когда я скажу вам все, что считаю нужным. Расследование вашего дела продолжается. У нас есть ряд свидетельств, не считая доказательств, полученных благодаря сеньору Джероза. Сообщаю вам также, что суд возбудит ходатайство против вашего освобождения. То есть? То есть мы потребуем нового медицинского освидетельствования. Потребуется время, но вскоре вы, сеньор Грумо, снова станете нашим гостем. Thank you.
Sono arrivate brutte notizie dal carcere. Un paio di detenuti amici nostri sono venuti a sapere che i giudici ascolteranno Canosa la prossima settimana. Ancora quel ferme. Sembra che ne abbiano disposto il trasferimento qui a Biella. E anche il vecchio Capotorto ha deciso di parlare. Li portano qui a giorni. Va bene. Io li aspetto. Tu non puoi neanche immaginare quanto l'ho aspettato questo figlio. Uno col nome mio, per continuare la storia della famiglia. Noi del sud ci teniamo a queste cose, mica come voi che avete studiato a Milano. Lui ancora non lo può sapere, ma io ci ho già fatto il programma. Appena fa 6 anni, va a scuola. A 12 anni a caccia. A 14 avrà l'età per andare a puttane. Ce lo porto io di persona a fargli conoscere le femmine. Appena Alida sarà dimessa, lo festeggerò a modo mio. Faremo una grande festa, con pochi invitati, ma buoni. Con lo champagne francese e tutto il resto. Tu che cosa ne dici? Sì, è una buona idea. Alida sarà contenta. Sì. Sarà sicuramente contenta. Vi volevo dire che la settimana scorsa sono stato di nuovo a San Vincent. Ho sistemato le ultime cose con Vinicio Mendes, la colomba. È tutto a posto. Il carico è già in Europa. E anche noi siamo a posto. Ho convertito buona parte dei soldi in pietre preziose. Non le voglio sentire queste cose. Ci penseremo dopo al lavoro. Ora voglio godermi questo figlio della buona sorte. L'unica cosa che non posso fare a meno di fare la farò domattina. Fammi trovare la macchina pronta alle 9 spaccate. Sì, sarà fatto. Гранд отель. Гранд отель. Кто приезжает, кто уезжает. Нет, я не сбежал. Я под домашним арестом. Кажется, у меня рак. Нет, ты не болен. Ты сам как раковая опухоль. От 8 до 10 я должен проходить в больнице химиотерапию. И вот, проезжай мимо. Ну и проезжай, ты уже опаздываешь. Поеду. Не бойся. Но хотел тебе сказать... Знаешь, кто мы с тобой? Один умирающий разговаривает с таким же умирающим. Разница та, что я лечусь. А для тебя надежды нет. Ты уже мертв. Я бы этого не стал делать. Сразу поймут, что это сделал ты. Не думаю. Ты забываешь, что родственники того, кого убил брат моей жены, имеют для этого прекрасную причину. Известие, что ты укрыл его. А он попался. Словом, неудивительно, что они имеют зуб на тебя. А эти люди привыкли мстить. Это у них в крови. Словом, они тебя убьют. Ах ты, подонок. Всего наилучшего. Thank you.
penso così. Può essere. Perché non deve farlo? Come fai a sapere? Buonasera, signora. Buonasera, ingegnere. Arrivederci, a presto. Лука! Мама! Что происходит? Ничего, все в порядке. Все горит. Ясер, огнетушители, скорее! Убегайте, убегайте! Сатурна! Гуидо, что делать? Папа! Мама! Мама! Не плачь, не плачь! Не двигайся! Мара, держи ребенка! Держи ребенка! Гуидо, назад! Гуидо, назад! Помолчи, помолчи! Убийцы! Что вы делаете? Мара, уходим, они будут стрелять! Папа! Папа! Идите, идите! Лежать, лежать! О, Дио мио! Лука, не двигайся, не двигайся, Лука! Молчи, молчи, Гуидо! Кто ты? Где ты? Лука, не высовывайся.
Молчи, Лука. Гуидо! Гуидо, назад! Куда ты? Мара, не шевелись! Лик, остави. Ну вот я. Ты меня ищешь? Не шевелись там! Давай, стреляй, убей меня! Но не трогай других! Ну давай, чего ждешь? Стреляй! Убей меня! Они ни при чем! Ну чего ты ждешь? Пошли. Стреляй, мерзавец! Стреляй! Мы так и могли. Еще не время. Кори, Лука, кори! Лука! Стой! Быстрее, быстрее, в машину! Нет! Лука! 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 Ваша мать! Guido? È là. Non c'è niente da fare. Non si stacca dal bambino. È là, immobile. E non risponde. Gli tiene le mani, gli parla. Gli racconta le favole. Ma se venisse qui Mara, qualcosa potrebbe cambiare. Mara ha detto che non lo vuole vedere. Non sarà presente nemmeno al funerale. Sandra? No, Sandra, fermati, non andartene. Tu non mi conosci, ma io sì. Sono un'amica di tuo padre. Solo tu ce la puoi fare. Coraggio, Sandra. Vai.
Тогда мы с тобой пошли ловить рыбу. Помнишь? Ты заставил меня взять палатку, хотел играть в скаутов. И мне в волосы воткнул перья из твоего костюма индейца. Я казался себе таким смешным. Ты куда-то побежал. И я еле успел схватить тебя за руку, чтобы ты не свалился в реку. Осторожней, Лука. А ты смеялся, не понимая, что могло случиться несчастье. Я хотел тебя отшлепать. Но для тебя это была просто шалость. И ты прижался ко мне крепко-крепко. А для чего еще нужны отцы? Чтобы уберечь детей от несчастья. Разве не так, Лука? А я тебя не уберег. Прости меня. Папа. 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 Не входи. Не хочу, чтобы ты его видела. Thank you.
Пойдем. Не прикасайся ко мне. Ты уже не тот, что был когда-то, Рико. Если бы я хотел, то перерезал тебе горло. Ты бы не заметил. Ты уже не боишься полиции? Думай, с кем говоришь. Проститутка могут ходить и подозреваемые. Или ты не знал. А потом у полиции без того сейчас дел по горло. Той в красном всего 19 лет. Слушай внимательно, у меня мало времени. Я должен кое-что сообщить тебе и попросить об одолжении. Информация такая. Я только что узнал, что скоро сюда, в Бьеллу, приезжают наши старые друзья Капаторта и Каноза. Как видишь, я держу слово. Я обещал дать его тебе, когда наступит нужный момент, и сейчас этот момент настал. Отправь его в ад. Когда они приезжают? Его везут сюда, чтобы он дал показания против меня. Он будет говорить с судьей. Ну, конечно, сначала его доставят в полицейское управление. Будет большая охрана. Это будет непросто. Простые дела мне никогда не нравились. Ты должен будешь убрать и Капаторта. Кажется, и он тоже решил развязать язык. Капаторта. Капаторта уже старик, его время прошло. Я давно так думаю. А о чем ты хотел просить меня? Да. Маленькая просьба. Я устраиваю дома вечерок по случаю крещения сына. И хочу, чтобы ты был. У тебя в доме? А это не опасно? Нет. Потому что в эту же ночь я уезжаю из Бьеллы. То, что мы должны были сделать здесь, на севере, мы уже сделали. И остались из надежных ребят только мы с тобой. Остальных растеряли по дороге. Окажи мне эту услугу. Purtroppo tutti gli impianti hanno subito gravi danni. Cerca qualcosa, signor Gerosa? Ci doveva stare un gattino da qualche parte. L'avete visto? No. Bisogna rifare tutto l'impianto elettrico. Anche quello telefonico. Certo, è un lavorone. Immagino. A lei andrebbe bene tra due settimane. Tra due settimane? Sì, risistemiamo tutto in due giorni. Ci mettiamo anche il tempo libero. Ma io non lo so se riaprirò. Come non lo sa?
Lei deve riaprire, non possono vincere quelli. Guardi, se non trova chi le dà una mano, ci veniamo noi i primi tempi a fare i camerieri. A costo di prenderci un paio di mesi di ferie. Grazie, grazie molte. Micio. Vieni qua. Bravo. Sei un bravo gatto, eh? Bravo. Сандра, маленькая моя. Папа. Маленькая. Привет, мама. Я все повидал. Фашизм, войну, и вот сейчас это. Да. Берегите Сандру и Мару, заботьтесь о них. Конечно. Двадцать лет назад в этой комнате мы обнимали друг друга. Помнишь? Прятались, словно дети. Послушай, я должен ехать в Бьеллу по делам. Скоро вернусь. Так, бюрократическая волокита, заявление, страховка. Сначала женщины и дети, так? Как в спасательных шлюпках. Как на войне. Спасают выживших. Уступают очередь женщинам и детям. А потом мужчины идут в бой. Именно это ты и хочешь сделать. Они добились своего. Ты стал таким же, как они. И они тебя убьют. Потому что они сильнее тебя, Гуида. Тебя убьют. Как убили Луку. Или убьют твою душу. Как убили мою. Марь. И Сандры. Уходи, Гуида. Уходи навсегда. Уходи и не возвращайся. Когда захочешь повидать Сандру, переговори с моими. Они предупредят, и меня не будет дома. Я не хочу больше тебя видеть. Никогда. Конечно, в таком состоянии продавать его невыгодно, но что остается? Да, я знаю. Что бы ты ни решил, мы будем согласны. Спасибо. Правда, спасибо. Прощайте. Прощай.
Когда ты вернешься, папа? Не знаю. Заботься о маме. Конечно. Анна, это ты? Гуди, где ты? Я звоню из Генуи, но завтра снова буду в Бьеле. Что-нибудь случилось? Мне необходимо тебя видеть. Назначь встречу в каком-нибудь месте. Хорошо, увидимся завтра в 11 утра в парке Антенна. Хорошо. Гуидо. Гуидо, что случилось? Мне нужно поговорить с кем-нибудь. Или я сойду с ума. Я могу переночевать у тебя? Оружие, из которого он стрелял, было то же самое. Автоматическая винтовка с оптическим прицелом. И держал он ее так же, сжавшись. Единственное, что отличалось тогда, много лет назад, он был в маске. Сейчас лицо его было открыто. И я его узнал. Это Рико де Белес. Это он отнял у тебя от Джерардо. У меня отнял Луку. Но оба раза он был только исполнителем. И тогда, и сейчас руководит всем Грумо. Мы за ним следили вместе с Джерардо. Я сам дважды висел у него на хвосте. Джерардо кое-что обнаружил. Он об этом говорил мне, но не успел собрать доказательства. И что ты собираешься делать? Говорил судье? Нет. И когда собираешься? Не знаю. Да и что могут судьи? Рико де Белес скрывается. Грума только что выпустили. Тони погиб. В управлении полиции ожидают замену. А между тем, они продолжают свое дело. Знаешь, я думаю, что вышел на нечто большее, чем вымогательство. Не понимаю, что ты хочешь сказать, Гуидо. Я не знаю. Не совсем понимаю даже, что говорю. Я совсем запутался. У меня больше нет дома. Мара не хочет обо мне даже слышать. Она считает, что я виноват в смерти Лука. И в том, что случилось с Сандрой. И она права. Права. Нет, не права. Виноваты те, кто вас преследовал. Увидишь, со временем она это поймет. Но потребуется все твое терпение и любовь. Твоя и Сандры. У меня не осталось любви. Не осталось терпения. Во мне осталось только ненависть. Я должен сделать что-нибудь.
Выпьем за здоровье моего ребенка. Прошу. Прошу, Эрнесто. За его здоровье. Я должен сказать вам несколько слов. Нас здесь немного, но от этого то, что я скажу, не менее важно. Этот год был для нас счастливым, лучшим в моей жизни. И в этом ваша заслуга. Ну и моя немножко тоже. Дважды я надул государство, сначала заставив меня выслать сюда, а второй раз история со смертельной болезнью. А ты, Эрнесто, мне отдал этот город. Ты буквально обглодал его, словно собака кость. А ты, Алида, подарила мне сына. Что может еще женщина? Конечно, если бы ты была еще мне верна. Но невозможно получить от жизни все. Что ты говоришь, Винченцо? Ты выпил лишнего? Нет, не выпил. Я никогда не пью, когда делаю что-то важное. И об этом я знал с того момента, как ты только сказала, что беременна. И знаешь почему? Я тебе никогда не говорил. Даже заставлял поверить, что это твоя вина. Но именно я не мог иметь детей. Это я, который в постели мог довести женщину до полусмерти. Но Господь решил, что у меня не должно быть детей. Но Винченцо Грума сильнее Господа. У меня есть сын, и никто его не сможет отобрать. Что ты говоришь? Не понимаешь? Я ухожу и беру с собой ребенка. Я скроюсь. А когда закончу все дела, через пару недель я уеду отсюда. Что же вы побледнели? Не бойтесь. Я вас не трону. Вы мне слишком противны. Не хочу пачкать руки. Стой! Остановись! Отсюда ты никуда не уйдешь. И ребенок останется с нами. Эрнест, ты играешь с пистолетиком? Этого ты не умеешь. Для этих игрушек нужны люди вроде него. Хорошо, что ты стрелял с глушителем. Это была хорошая идея. Мой сын не проснулся. Слушай, я уезжаю. Начинай собирать деньги. Как я тебя найду? Я сам разыщу тебя. Занимайся делом. Хорошо.
Завтра вернешься сюда. Сейчас иди в дом Эрнеста, уничтожь все бумаги и компьютер. Дискеты. Слово, все, чем играл этот мальчик. Куда сейчас везти тебя? В Геную. Thank you.
Они оба лежали на полу. У каждого по две пули в теле. Стреляли исключительно точно. Поражены жизненно важные органы, сердце, легкие. Работал профессионал. Вроде Рико де Белиса. Но почему де Белис убил их? Не знаю. Все было в полном порядке, разве что были открыты два ящика и дверца шкафа. Остальное в полном порядке. А ты? Что ты там делал? Я хотел убить Груму. Да. А потом прийти к тебе и сдаться полиции. Ты ненормальный. Чего бы ты добился таким образом? Не знаю. Но мне нужно хотя бы одну ночь поспать спокойно. А не слышать страшный крик Лориданы, когда убили Джерарда. Или Сандра, она снится мне каждую ночь. И Лука, мой сын. Мой сын. Но и в этот раз он провел меня. Это счастье, что ты не встретил его. Ты не должен мстить Грума. Это дело государства. Анна, и ты мне говоришь о государстве. В полицейском управлении уже два года как не хватает людей. Несмотря на все требования Тони, несмотря на то, что творится здесь, это... А что ты хочешь делать? Хочешь подменить собой государство? А что, по-твоему, может сделать один врач на 50 пациентов? Один полицейский против 20 преступников? Один судья, который должен провести десятки процессов? Это все люди, брошенные государством, брошенные. Ты тоже один. Нет, у меня есть ты. Я? Да, ты. Я знаю, что ты сейчас находишься в отпуске по болезни. Но если мы, ты и я, не начнем срочно действовать, они не возьмут Грума. Ты не понял, я не собираюсь помогать тебе убить Грума. Я никого не хочу убивать. Хочу сделать то, что ты предлагаешь. То было просто кратковременное затмение. Сейчас я хочу помочь тебе передать Грума в руки правосудия. Хорошо. Хорошо, я помогу тебе. Что надо делать? В первую очередь мы должны прийти в дом Эрнесто. Прежде чем придет кто-либо другой. Я уверен, что мы выйдем на след. На Вилли Грума не может быть ничего. Он под наблюдением полиции. Он это знал. То есть ты предлагаешь обыскать дом Эрнесто без ордера? Я об этом тебе и прошу. И ты не откажешь мне. Грума и де Белис уже скрылись из города и готовят что-то еще. Ужасное. Грума — это голова. Де Белис — киллер. Вместе они как взрывчатка. Я не знаю, что они готовят. Но эти двое готовы на все, им нечего терять. От них можно ждать чего-нибудь ужасного. Пожалуйста. Хорошо.
Здесь адреса. Суммы. Имена, документация, номера телефонов. Забери все. Да, я сделаю копию. Слышала? Да, слышала. Уже кончаю. Скорее сюда.